Всем привет! Сегодня у нас вот такая посылка. Это из магазина Banggood я покупал, по-моему, да. И здесь должна быть пробка для раковины или для ванной комнаты. То есть такая интересная пробка. Мне, была акция, я на своем канале в Телеграме размещал эту акцию, да, то есть и себе купил. Напомню, что у меня в Телеграме, в группе ВКонтакте и в Фейсбуке я постоянно опубликую акции, на которые натыкаюсь. И плюс у меня есть свой человек в Gearbest, который публикует мне, дает мне акции, которые еще нигде не засветились. То есть с самого начала. Вот так это выглядит. Одевается, получается, присоска на ванну, и потом нажатием вот так открывается, и когда нужно, закрывается. Все сделано, в принципе, очень просто. Когда приду домой, доберусь до ванной, и испробуем ее. У меня обычная черная пробочка. Вот, но интересно попробовать вот такую. Как она будет закрывать. Но смотрите, вот здесь я, под давлением воды, возможно, оно и прижмется. Но сейчас я вижу, что здесь щель, и возможно, оно будет пропускать воду. Но мы посмотрим, проверим это все. Небольшая раковина, крепится вот так, это все просто вот вставляется, вот, и открыли, закрыли. Давайте попробуем. И через 5 минут придем, посмотрим, не ушла ли вода. Прошло 5 минут, вода так никуда и не ушла. Вот. Смотрим, теперь спускаем. Все отлично, но остается немного воды. Теперь попробуем в ванну вставить. Ванна. Ванна чуть больше. Да, чуть больше. И она ходит. То есть здесь и за счет того, что больше вот эта штука, она сюда не подойдет. Наверное. Ну, давайте проверим. Набрали воды, в принципе, вроде бы ничего не пропускает. Не слышу, чтобы вода текла. Ну, давайте через пару минут. Вот она накрыта, все. Приду, посмотрю, держит или нет. Ну, что она ходит ходуном, как бы там, и неплотно сидит, это там однозначно, да? То есть, вроде как бы держит воду и не пропускает. В общем, прошло минут, наверное, 15-20, вода стоит на месте, никуда не девается, то есть пробка держит, она ходит здесь, но под давлением воды она присосалась, и все как бы нормально, да? Но она крутится, имеется в виду, что там у меня шире диаметр, получается, железной трубы, куда она должна крепиться, поэтому она немного шатается. Но в любом случае, кому не нравится вот такая вот пробка, как у меня, некрасивая, да, можно вот за такое красивое заменить, и все отлично, видите. И давайте сольем воду теперь.
В общем, приобретением доволен. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и удачных покупок!